Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала Александр Селохоби. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень интересным, старым, но при этом очень вкусным блюдом. Данное блюдо я называю «Медвежья лапа в картофельной шубе». Для этого нам понадобится картофель, натертый на крупной терке, свино-говяжий фарш, 200 грамм печенки. Печенку можно использовать куриную, свиную, говяжью. Короче, какая вам больше нравится. Я буду сегодня использовать куриную. 3 яйца, 1 луковица, соль и приправы по вкусу. Для начала приготовим наш фарш. Лук делим на 4 части. И в блендере вместе с печеночкой перемалываем. Перемололи печень и теперь будем делать наш фарш. Берем свино-говяжий фарш и лук с печенью добавляем в него. Добавляю чайную ложку морской соли и приправу по вкусу. Я буду использовать смесь молотых перцев. Это одна из самых моих любимых приправ. Как говорится, ничего лишнего. И теперь все перемешиваем руками, чтобы хорошо все размешать. Фарш уберем его в сторону и займемся приготовлением картофеля. Для картофеля нам понадобится, опять же, чайная ложка соли. Добавим немного черного перца и 3 яйца. И опять же перемешаем хорошенько все руками. Решил, друзья, добавить еще в картофель 3 столовых ложки муки, чтобы была более вязкая масса. Переместились к плите, разогрели хорошо наши сковородки, налили растительное масло и теперь будем готовить наши лапы медвежьи. Я буду делать довольно большими, как говорится, большому куску и рот рад. Так вот выкладываем. И хорошенько прожариваем. Накладываем фарш. Чем-то похоже, многие скажут, на драники. Ну, как бы да, немного похоже, но все же по вкусу вкусовые качества немного отличаются. Классические драники есть классические. Кстати, если есть желание, могу также показать, как я делаю драники. Так вот, запечатываем. Готовлю на 2 сковородках. Процесс у меня идет быстро. И быстренько обжариваю наши медвежьи лапы с 2 сторон. Так красиво у нас все получается. Смотрим, чтобы не подгорало.
И после того, как обжарится вторая сторона, выложим все на противень. Выложил наши медвежьи лапы на противень. И теперь убираем в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Прошло 25 минут. И я думаю, наши медвежьи лапы полностью готовы. Сейчас переложу все в тарелочку и попробуем, посмотрим. Такая вот красота у нас получилась на тарелке. Добавил огурчиков, острого перчика, сметаны. И сейчас разрежу, посмотрим, как у нас все получилось. Блюдо полностью готово. Хороший ароматный запах. Сейчас сниму пробу и постараюсь передать вам словами, друзья, все вкусы. Я знаю, что это блюдо очень вкусное. Готовлю не первый раз. На подобие таких блюд я еще сниму видео. Будет очень интересно посмотреть. Друзья, это бомба. Это вкуснее, чем простые обычные драники. 100 раз. Очень вкусно. Рекомендую, друзья, приготовить, попробовать это блюдо. Готовится оно с доступных продуктов. Готовится быстро, без каких-либо проблем. И оно очень-очень вкусное. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Готовьтесь, наслаждайтесь и оставайтесь на моем канале. Вас ждет много интересных рецептов. До новых встреч!